сосредоточенные взгляды, нахмуренные лбы, руки уверенные, не очень передвигающие шахматные фигуры. В актовом зале бассейна «Дельфин» прошел чемпионат по шахматам среди служащих войск Росгвардии. Сегодня у нас выступает 8 команд. Это все команды, которые у нас входят в состав нашего соединения. Это у нас которые воинские части здесь, на территории города Саров, находятся, а также за пределами Пензенской области, Ульяновской, Саратовской. Игорь Клюев на соревнования в Саров приехал из Саратовской области. Пройти отбор на первенство дивизии ему не составило особого труда. Мужчина занимается шахматами с 5 лет. Для него это не просто интеллектуальный вид спорта, а увлекательный досуг. Игорь признается, что многолетний опыт помогает ему в турнире. Мужчина объективно оценивает сложившуюся ситуацию на шахматном поле и просчитывает решение соперника на несколько ходов вперед. Думать за 3, за 4, за 5 ходов, за себя и за противника. Что он может сделать, что ты сделаешь. И опережать его очень действия. Всего в первенстве дивизии приняли участие 18 человек. Всем им предстояло сыграть по 7 игр. В этом году соревнования проходили по новым правилам. Начиная со второй игры, пары соперников отбирались так, чтобы за шахматным столом между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. Мы должны выбрать 3, которые будут защищать честь дивизии на Приволжском военном округе. И поэтому мы должны сейчас определить самых сильных, определить команды по подразделениям, кто стал первым, и определить в личном зачете, кто как выступил. В конце февраля победители турнира отправятся в Саратов на чемпионат Приволжского округа войск Национальной гвардии. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.